Хорошо, любимая. Здорово всем. Все будут на тренировке, и Ваню по-любому надо вытащить. Да, все будут на трене. Про Ваню понял, поговорим. После игры второй пары команд, согласно результатам промежуточных матчей, в следующем туре для ФК «Гробовик» будет решаться его дальнейшая судьба в Кубке. Выездной матч состоится в следующие выходные. Алло. Брат, утроллит Нюха, давай, просись уже. Да-да, прикинь, я помню. Вик. Ау. Разговор есть. Когда видишь, что пацан настоящий хулиган. Сева, по твоему долгу большие проценты накапали. Через неделю мы разговаривать с тобой не будем. Я тебе лично позвоночник сломаю. Долг чести. Да, дам я тебе твой... Ну что, Машенька, до встречи. До встречи, Константин Юрьевич. Соседям больше дверь не поджигай. Плохая игра. Константин Юрьевич, вы такой прекрасный специалист. Гиперактивные дети с тягой к разрушению, да еще и в состоянии сильной глубокой депрессии. Это мой клинический профиль. Все говорят, завязали, а на выезд рвутся. Теперь это просто отдых. Побухать и все. Крючки, какой отдых? Подвези бегемотину и два куренка. За мной. Вернешь деньги, вернешь и тачку. Пока. Здорово, Федь. Дай инсайд. Здорово, Сева. Команда на кураже. Решать тебе, но я в успех верю. Хотя прогноз не в нашу пользу, но приметы за нас. Овен в асценденте, весы водолея, плюс очень сильное влияние звезд Фегды и Альдебарана. Я на карте Таро проверял. Мечи и кубки. Гробовик будет в топе, он будет бешеный, я тебе отвечаю. Сказал, как боженька смолвил. Будь что будет, ставлю все. Буду на трибунах. Свой день рождения. Там просто, блин, пацаны собираются. Я по всем соскучился. Ну, иди, раз соскучился. Ну, пойду. Ну, иди. Ну. Только ты не забудь, что у нас завтра примерка твоего свадебного костюма. Конечно, не забуду. Я просто пару пива и обратно. Ну, не сомневаюсь. Ого. Жду тебя. Как хатику. А я как два хатика. Как три хатика. Ну ладно, я все, я. Давай, давай. Пацаны. Ребят, еще раунд отработок. После поменяли сегодня бой. Утроли в эту пятницу на ДРФ. Все согласны? Да. Окей, тогда ты его забалтываешь, ты подливаешь. Ну, истории про старые добрые побольше расскажи, а? Уверен, повод будет. Да, коварный план. Отвечаю, сработает. Как всегда, опаздываю.
Габарит наш любимый родной! Ну что, опаздываемся, как всегда. С днем рождения! Спасибо! Снюка, Костян! Спасибо, братья. Символ взрослой жизни. Ну а чего не белый-то? Держи. Здорово. С днем рождения. Побыть! Ну что, погнали? Они именно это и приготовили. Как, кстати, и в прошлый раз. Ведь это к матчу с Манчестером тогда. Знаешь, таких раньше называли новый русский. А таких очни. Всю жизнь называли и называют подростками. Да? Вроде нормально. Не спорю. Здорово, братан. Привет. Сань, это кто такие? Не знаю, хулиганы какие-то. Эу! Норм? Ладно, пойдем отсюда. Пойдем. Мы знакомы? Не, не думаю. Показалось. Здорово, парни! Чисто по пиву, пацаны. Все, давай, Давай. Слав, может, не надо? Надо, Максим, надо. Пивка, братан, души. На душу. Эй, что, забыли? Скажи, поздравляй, давай! Давай, давай! Сил здоровья ты желай, давай! Давай, давай! Спасибо! Вы прекрасен и велик! Я дерусь за гробами! Вань, погнали с нами. Горим, как старые добрые. Я тебе сказал, мне, что ты мне давишь? Все, пока. Давай пока. Забыли праздник. Сейчас меню не стоит. Ну, это последствия детской травмы. Ну, вроде какой. Попробуйте когнитивно-раздаточную терапию. Спасибо тебе, Вань! Дурака! Сокольник! Костян, смотри, как я умею. Ну вот, и уговаривать не пришлось. Просто грузим в автобус. Хороший наркоз. Так это, раз свой подарочек. Да не, моя женщина. Она со мной поедет на выезд. Да ради бога, совет да любовь. Дай хоть шапку выдану. Гробовик! 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 Топливо кончается. Заправить себе. Сейчас как раз закину. Добрый день. Фу, ну у вас перегар тут. Так, а с этим что? С ним все нормально? Он шизик, но друг детства. Справки нет. Да его справки пусть другие досматривают. Мне права и ПТС. Ладно, счастливого пути. Да кто-нибудь остановите его в конце концов. Я не могу на это смотреть. Алло, Екатерина, здравствуйте. Это Вика. А Ваня не у вас случайно? Что значит? Что значит, что увезли пьяного без сознания, а? Почему Вике не сообщили? Брат, ты вчера, когда нажрался, парень верности клялся. Говорил, что по-любому пробьешь этот выезд. Говорил, что огонь внутри тебя еще горит. Ну да. Сказал, что в рот бомбил всю эту подготовку к свадьбе. Отсюда бы не убежишь.
Да, потом ты кинул свой айфон на пол и раздавил его ногой, чтобы никто не смог тебя остановить за этот сраный электронный поводок. Как ты сам вырезался. И вот ты с нами. Да вы мне жизнь сломали, дебилы! У меня подготовка к свадьбе, у меня свадьба на носу! Да, Федь, что случилось? Сева, Сева, Сева! Дело плохо. На тебя теперь вся надежда. У нас билеты на Мальдивы, на рип-остров за 500 000. Вы что, твари, делаете? Вы что делаете с моей жизнью, суки? Есть один знак инородный. Любомир Звездоглазов. Он желуди, космическая энергия, но отдачу заряжает. Самый сильный талисман в России. У нас с ним вся сборная в трусах в 1/4 финала проходила. Энергетика бешеная. Слушай, братан, сделай небольшой крючок и привези мне космические желуди. Я их в трусы засуну и буду забивать стопудово. Лови цифры, человечка. Это Прохор, племяшка его. Сам он телефоном не пользуется. Это рядышком здесь, по-подайски. Да ну нахуй. Повтори, что ты сказал. Да ладно тебе, братан. Еще одну бабу себе с выезда привезешь. Че ты? Блин, это сука! Книга, сука, кому я? Кого я должен еще привезти, а? Говори, сука! Запиши, ёб твою, по-подайск. Сева, не тупи. От тебя теперь вся надежда. А ты, блядь, у меня дача! Ну еще! Ладно, порешай. Сука! Я спокоен, все! Спокоен, ты шуматкой, блядь! Суки! Уважаемый, у нас небольшая корректировка маршрута. Сделаем небольшой крюк по Подайску. Я тебе 5 косых за беспокойство закину. Ты без проблем. А твои друзья в автобус не выбраться. Все нормально! Спортсмены греются так. Иди-ка сюда, разговор есть. Мне. Спортсмены греются, да? Ты какого хера это все замутил, мудак, блядь, а? Да не работай, ни хера. Просто живешь по жизни, как мотылек, блядь, порхаешь. И как голубь. Заворотник срёшь. И другим нормально жить не даешь. Хватит мне своей взрослой жизни в глаза совать. Ну свадьба, ну карьера, что это меняет? Все меняет. Люди меняются, только ты нихера не меняешься, блядь. Живешь, живешь, как бог на душу положит. Ни туда, ни сюда, блядь. Ну, вообще-то по тебе соскучился. Все из благих побуждений было. Да. Слышь, Сев, с такими друзьями врагов не надо. Мы сейчас с тобой поговорим, понял? Мы сейчас с тобой поговорим, понял? Блядь, сука! Придурок. Пошел нахер! Извините, трусы, в автобусе успокойте, опять с медведем зажигать начал. Стыдовище. Блядь, Тарас! Вы что, совсем все ебанулись, а? Ничего, он скоро устанет от любого пути, ты спать ляжет. Че, поехали? Сука, у вас, брат, вы что вообще, а? Вам по сколько лет поедете, блядь, вы то сюда? Братва, поехали. Чё ты смотришь, блядь? Ну и удар у нас. А чё ты хотел? КМС по боксу. Неудивительно. Чё встали? Разошлись. Чё это за мразь, а? Друг наш. Послушайте, я понимаю, что Кирюш хороший мальчик. Да, но его абвивалентная рассеянная психопатия не даст ему стать гениальным музыкантом. Да, зря вы его дали в музыкальную школу. Всего доброго. Диман, погнали. Еще позвонить. Придурок. Вот эти два долбоеба наебули. В машине новые запчасти на старые меняли. ТО насчитали, как полтачки. И еще две поцарапали.
Вы хоть понимаете, кого вы хотели кинуть? Мы ошиблись, простите. По полляма с носа и свободно. Да откуда нас закинули? В подвале по-другому заговоришь. Багажник, поехали. Звонились. Китайцы спрашивают чай на заячьем дерьме для обольщения. С Алтая звонил шаман, приглашает на все эти шаманские штуки. Короче, движуха идет. Спробуй заячий помет. Он ядреный, он проймет. И куда целебнее меду, хаш по вкусу и не мед. Он на вкус хашай крут, и с него бывает мрут. Но какие выживают, те до старости живут. Че? Да это телевизионный спектакль был. Леонид Филатов, текст. Да ты еще не родился. Ой, лучше б они летучих мышей своих сырыми не ели. Эти обольстители. Шаману скучно, тоскливо. Бухнуть не с кем. А ты говоришь, движуха. Все канитель и суета. Да, ладно, я попер. Иди. Только подожди, ты долго-то не гуляй. У нас попадайские каждый, кто после третьей стопки в вурдалак обращается. Магия этилового спирта. У тебя в записной книжке нечисти больше, чем на нашей улице. Насмотревшись на твоих клиентов, я вообще теперь ничего не боюсь. Да иди уже! А я пока в бубен познахарствую. По шаманю. Ляуру свою вызывать будешь? Лярвы у тебя в телефоне, в ютубе сидят. Иди уже! Несовременный ты, дядя. Иди! Сука. Я тебя в бригаду зачем взял? Нашел человека, развел на бабки, забрал. Ты терпилу нашел? Мы ищем. Мы ищем! Справился в бригаде? Нет, я тебя отпишу. Три часа у тебя на все, понял? Понял. Работайте. Слышь, что он съелся-то? 13 сотрясений мозга, пацаны рассказывали. Молодость, разборки. Все понятно. Смотри, это плохие новости. Ну, хорошие есть. Ты шмоток. На, выезд взяли. Говно есть. Да ладно. Посмотри, куртецкая хуйня. Дайте кто-нибудь телефон, а? Я хоть Вики напишу. Вынести, а то я ее цифры нифига не помню. Ты что, забыл, что ли? Мы же на выезд всегда с кнопочным ездим. Такая тема. Братан, у меня отродясь соцсетей не было. Играй гитара, гитара сквозь блюз. Здесь потрепанный валет бьет глянцевый туз. Это дикий-дикий запад, и здесь не до слез. Хотя не так хотят, то тянутся до звезд. Играй гитара, это городской блюз. Здесь потрепанный валет бьет глянцевый туз. Это дикий-дикий запад, и здесь не до звезд. Хотя не так хотят, дотянутся до звезд. Я словно ковбой среди каменных джунглей. Мне нужно поле выгуливать пули. Мне нужен конь и мне нужно ранчо. Мне нужен этот мир, но он, сука, обманчив. Мама, огонь, я пою, как гости. Помню, как пацаны с района жми свои нос. Пока я играю, шаги и тюбик. Кто-то даже поставил себе главное. Ты вовремя. Я точно останусь в бригаде. С
Все, парни, прибыли, попадать, как заказывали. Чего, блядь? Какой? Вы что, прикалываете? Какой попадать? Какой попадать? Разворачивай, разворачивай! Вы что, охренели, что ли, а? Я вторую бабу отсюда не повезу. Тихо, тихо, парни, тихо. Мы сюда не за бабами приехали, а за желудями. Чего? Ты чего? Слышь, Сева, тише секунду. Реально. Да, парни. Меня на бабки только поставили и грохнуть могут. Такие аргументы вам понятны? Непонятно. Я в тебе не сомневался, я в тебе не сомневался, где блудняк, там и ты. Не, парни, вы что, реально угораете, а? Вам что в прошлый раз полкан усатый сказал? Еще раз в городе увижу, уголовка. Вы этого, что ли, хотите, я не понимаю? Не. Слышь, ну можно мы за тебя присели, что ли, а? Ты что, истерите, а? Хватит орать, блядь! Ты что орешь постоянно на меня, а? А ты что встал? Сядь, блядь! Ты что хочешь, чтобы я как волына в том фильме достал и закричал, мадафака, как сахар, а? Да, не могу я так! Нет у меня такой возможности, сука! Ладно, Сев. За желудями так за желудями. Шеф. На каком дубе они растут? Я гробовиком клянусь. Чистая правда. Да. Дело так было. Да, сейчас, секунду. Да. Что, вашей девочке 35, она до сих пор в куклу играет? Вы меня простите, конечно, но я за этот случай не возьмусь. А чё, пацаны? Денег нет, возьмем здоровье. Кто Рената положит, того отпущу. Я отвечаю. Я с самого начала не хотел на машине этого отморозка химичить. А ты все свое, заработаем, заработаем. Вот только не говори мне, что ты готов всю жизнь на одну зарплату жить. Ты лучше нищим, но здоровым. А если я инвалидом стану? Меня дома рыбки ждут. Хомячок. Если что, я рыбок твоих хомячка не брошу. Присмотрю, обещаю. Хорош пизди. Вставай, глиста, пойдем поработаем. Мудила, ты зачем бабки общаковые? Вставки зарядил. Придурок. Дол у тебя чуйка, как у спаниеля. А на деле ты оказался гребаным пуделем. Твоя очередь, толстый. Горячий маршрутка! Где мои деньги, суки? Где мои деньги? Что вообще было? Ой, Тарас, тебе лучше не знать. Постыдная история в твоей биографии. А мы где? В жопе мы где? Костян. Не могу вспомнить, Витин телефон, прикинь. Надо же было так нажраться, Машка сейчас просто. Ну, а ты стакана порежь, а в голову убей. И все нормально. Не закидывайся. Вообще ничего не помню. Полиция, дежурное отделение, говорите. Здравствуйте. Вчера пропал мой жених, ушел в бар и не вернулся. На звонки не отвечает, в соцсетях уже сутки не был. Телефонов его друзей я не знаю. Протрезвеет и вернется. Спустя трое суток с момента пропажи с заявлением приходите. Примем меры к установлению.
Отлично. А мне сейчас что делать? Не волнуйтесь, многие так за голову на месяц уходят. Спасибо, успокоили. Сейчас продиктую вам номер бесплатной психологической поддержки. Записывайте. Слышь, Пумба, давай завязывай, погнали с твоими желудями волшебными. Не дави на меня. Да кто? Че такой дерзкий? Пацан ваш у меня. Восстание 24, один вход. На второй этаж. Приезжай. Вот этого пока не ломать. Там за него какой-то борзый приедет качать. Мужики, там этого пацаненка с желудями на соседней улице какие-то гопари прессуют. Надо помочь. Слышь, Сев, прикинь, если я кому-нибудь расскажу, что махался с местными гопами, потому что пошел добывать волшебные желуди. Я боюсь, я уеду в психушку вместе с Тарасом. Да ладно, что ты? Погнали, разомнемся хотя бы. Как бы не присесть на 10 лет из-за такой разминки. Ты хулиган или хер собачий, а? Иди, пошли, давай. Погнали, погнали. Держись, старина, тебе нужнее. О, спасибо, друг. Так, стоп. Давайте капки, парни, снимаем. Уважение к залу. Давай, чуть-чуть. Нормальный составчик. Ствол оставил. У тебя ствол с собой? Нет, мы не прикомишься официально. Какие стволы? Не хватало мне в Москве коллекторов. Тут такие же животные. Кто старше? Под кем работаете? А ты с какой целью интересуешься? Да с целью знать, кому твой хер отрезан на порог подбросить. Да, ты сначала встань с него. Характер, как и хер, должен быть твердым. И как и характер, не надо мне его тут показывать. Парни, парни, давайте спокойно поговорим. Деструктивные эмоции разрушают личность. Эй, бородатый, а я тебя помню. В этот раз ты съебешься. Давай раз на раз. Спарринг вести не хером трясти. С Ренатом поработай. Ребят, с меня хватит. Можно я уже пойду? Да, давай, ползи, кабанчик. Стоять! Терпила мой. Здесь останется. Постой там в сторонке. Сейчас этих окучим и к тебе вернемся. Бро, да ты его разъебешь просто. Смотри, ни о чем, Манюк, давай. Давай, Манюк! Давай, давай, давай! Ah!
Погнали, к дяде твоему надо. Я думаю, что лучше потом сразу с города свалить. Добрый день. Кирюш снова проявляет агрессию. Но агрессия – это очень плохо. Да. Вернусь, обязательно пропишу вам курс сильных транквилизаторов. ГКБ 71, морг, слушаю вас. Скажите, пожалуйста, а к вам молодой мужчина лет 30-35 не поступал сегодня? Девушка, у нас таких 20-30 человек каждый день. Особые приметы назовите. У него татуировка футбольного клуба «Гробовик» на левом плече и на груди в районе сердца родимое пятно. Вот он, долгожданный. Извини ты меня, а? Что мне тебе сказать еще? Ну, хорошки птиц. Сев, в жопу засунь себе свои извинения. Там тяжкие телесные, драка. Вот уголовку по-любому, ты хоть это понимаешь, придурок? У меня свадьба на носу. Что? В жопу засунь себе свои извинения. Да, лицемерие, Сев, это очень плохая черта. Ну ты тоже нам поможешь, Сева. Давай. Ты что, пацаны, где? Что? Где эти залёты? Где? 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 Где эти залёты? Где они? Где? 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 Заткнулись все! Где этот Прохор живет? Скоро пробьем. Пацаны! Да, да. Какие-то залеты, скорее всего, на спичке. Нога попутала. Извините! Извините, пожалуйста! Я знаю, где он живет. Давай я вам скажу, и вопрос с нами будем считать закрытым. Мне открывают объятия, только я подохаю. Скорее, скорее, не дам мне! Не дам! Ты что, не бёрбль, что ли? Хренёр, бря. Это мистер Матрас. Лисёв на нём сейчас сидит. Это тоже, походу. Не трогай. О! Проша! Где тебя кикиморы таскали, а? Ты что, подрался, что ли? Дядь, избили меня, деньги вымогали. Спасибо, пацанам спасли. Ну и принес вас Леша, ребята. Наломали вы дров, а мне уже все домовой сообщил. Я за желудями. $1000. Я что, на олигарха похож? Сев, сука, ты похож на человека, которому должно сейчас быть очень стыдно. Передо мной и моей женой. Понял, блин? Дай дело решить, потом бубнить будешь. Москвичи, значит, богатые. Но ты не переживай. Я тебе скидочку сделаю, $200. Принимаю переводом. Да, слышь, дядь, да хорош, да, шутит, он шутит. В каждой избушке свои подъебушки. Вот, держи. Заряжены настоящей энергией космоса. И как вы энергию туда? Заряжаете. Как? Через капу. Космическую. Лучше тебе не знать. Ну, спать не будешь, заикаться начнешь. Ладно, мы уточнять не будем, спасибо. И за желуди спасибо. Слушай, что это тебе за палки-то? Ты че, ёпта? Это он чайки, как и у Микеланджело были. Спасибо? Это означает спаси Бог. Ты так не говори. Ты говори «благодарю». Это значит «дарю благо». Понял? А спасаться мы как-нибудь сейчас и сами будем. Выходите, братья! Вам пиздец! Мяч. Опа! Так аж скачалось, пассажиры. Ну куда? Только теперь в два раза больше.
нащупать. Беда? Суп у статуи. Отец, у тебя в хозяйстве топор есть? И платок дайте, пожалуйста. Спокойно! Есть средства гораздо лучше. Прохор, посмотри на полке. Я вчера мухоморщиков заварил. Вызывает бесстрашие и боевой транс. Да ты, ёб твою, по рецепту викингов! Ну как? Че, до дна допил? Извини. Блять, как всегда. Ты психолог. Ведешь себя в боевой транс? Кажутся редкими, помнит их растаявший снег. Принакрою пругими ветками, дай ночлег. Уложи меня на свою кровать, улыбнись лукаво затем. Чтобы увидеть свет, нужно побывать в темноте. Мужики, об одном жалею. Дом-то не застрахован был. В любом случае на ретрит в Алтай собирался. Покомлаю с духами, а там, глядишь, вселенная новый домик пришлет. Все хорошо, что хорошо кончается, да, Петя? Беру свои слова обратно. Таких эмоций я 100 лет не испытывал. Да, парни! Да! А потому что лучшая защита – это… Нападение! Баба! Да! Слышь, Любомир, а ты такие мухоморы берешь? Поляну-то покажешь? Я бы дал еще. Все об одном мне. В спорте помогла бы такая микстура, стопудово. Слушайте, парни, возьмите на удачу, а? Чтоб бабы давали и голы забивали. Давай.
Лишним не будет. Удачи лишней не бывает. Две можно? Давай. Хоть три. Да? Сейчас раздать. Хоть три. Может... Надо что-то. Такое. Даже народная медицина лечить не берется. Берсеркер ты. Плюшевый. Дорогие друзья, скоро начнется решающий матч. Все мы знаем, как много значит футбол в России. Это религия, праздник, неподдельные эмоции. Несколько минут назад я проходил мимо раздевалки Гробовика. Поверьте, то, как громко и страстно тренер материт своих игроков. Вы что? Мы ради них через ад прошли. Держи. Поверь, оно того стоило. Засуну в трусы и сделаю хет-трик. Я тебя прошу про физподготовку, только не забывайте, ладно? Да ты чё, братан? Когда в твоих трусах такая сила, это лучше любого допинга. Они бешеные. Я тебя прошу, не подведи, ладно? Да, все нормально будет, красавчик. Братан, прости меня за все. Для меня это тема жизни и смерти. Ты, конечно, дурак, Сева. Но свой дурак. А помнишь, как я этого здорового бам-бам вырубил в зале? Не, не помню. Что ты сказал? Зато я помню, как ты тролля пополам сложил. Да, мамуль. Да нет, все так же. У меня уже, честно говоря, слез не осталось. Нет, нет, я домой не поеду, я его дождусь, он все равно придет. Мам, я перезвоню. Видится Гробовик, их принципиальный соперник, футбольный клуб турбинного завода «Турбина». На кону выход... Ну, конечно! Все мы ждем великолепный футбол от Гробовика. Где ж тебе еще быть, Ванечка? Главный форвард Федор... Ну, Мастер, только вернись. Надежда клуба и многочисленные... Фанат хренов. Дорогие болельщики, желаю вам не болеть, хотя болеть за своих – это вам. Гол! Гол! Невероятно! Что творится, ребята? Что творится на стадионе? Нападающий ФК «Гробовик» Федор Навтыкалов оформляет пятый гол в этом матче. Команда выходит в следующий тур. Победа! Яркая победа! С такой игрой «Гробовик» станет иконой мирового футбола. И мы увидим финал Лиги чемпионов на стадионе «Гробовик-арена». «Гробовик! Гробовик! Разъебашим вас мир!» Ты футбольный хулиган, твоя жизнь сплошной обман, и не верю ни одному, я твоему слову. Каждый день на веселе, ты почему-то дорог мне, но надеюсь, позвонишь мне завтра снова. Ты футбольный хулиган, твоя жизнь сплошной обман, и не верю ни одному, я твоему слову. Каждый день на веселе, ты почему-то дорог мне, но надеюсь, позвонишь мне завтра снова. Так, ты снимает? Камеру на меня давай. Вот. События, которые произошли сегодня ночью в микрорайон Попадайск-2, привели в панику всех местных жителей. Давайте послушаем комментарии очевидцев и официальных лиц. Чё? Они у меня Колыму Магадан будут нюхать. Все самые дальние северные параши, блин. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются детали, работают эксперты. Предварительная версия – пожар в избе возник по причине возгорания проводки. Пожар низкой категории сложности. Опыт-то не пропьешь, ебено взять. Я знал, что НАТО рано или поздно нападет на наши земли. А вчера я видел их солдат. А вот я всем говорю, не курить в постели. А здесь за это, судя по всему, еще и рожи друг другу били. Глаза блестели при луне, с клыков кровь капала. Своими глазами видела. А потом наркоманы пришли, вкладки свои искали. И между собой передрались охламоны. За что вас задержали? Это все москвичи. Москвичи в натуре беспредел исполнили. Я ни в чем не виноват. Да в отделе разберемся. Я не знаю, о каком конфликте вообще. Как с этими ребятами можно было поссориться? Они хорошие, добрые, культурные. На них вообще равняться нужно.
тот, что пацан, настоящий хулиган. Хулиган, стоп, стоп, хулиган. Хулиган, стоп, стоп, хулиган. Хулиган, стоп, стоп, хулиган. Стоп, стоп, хулиган. Дурак. Так башка убита. Хулиган, стоп, стоп, хулиган. Хулиган, стоп, стоп, хулиган. Хулиган, стоп, стоп, хулиган. Стоп, стоп, хулиган, стоп, стоп, хулиган. Хулиган, стоп, стоп, хулиган. Хулиган, стоп, стоп, хулиган. Хулиган, стоп, стоп, хулиган. Стоп, стоп. Пошли домой.